«Знай свой край». Что делал во Владивостоке будущий Штирлиц? Теперь ваш номер, Всеволод, 952. Во Владивостоке вас встретит Василий Авраменко. Единственный из наших, кто уцелел. А работать придется автономно. Так что пароль вам... «Пароль не нужен» – советский приключенческий фильм, съемки которого начались в 1966 году на месте описанных Юлианом Семеновым событий во Владивостоке. Для актера Родиона Нахапетова это была первая дальняя командировка, как и для его героя Максима Исаева. Молодой чекист попадает в оккупированный японцами город, где, к тому же, осело буферное белое правительство. По сюжету он налаживает агентурные связи и посещает популярные заведения, в том числе «Версаль». Съемки этой сцены проходили в павильоне, так как знаменитый ресторан в 60-е годы превратился в «Челюскин» и выглядел слишком по-советски. Но в фильме фигурируют реальные виды Приморья – «Сиреневка» и «Золотой рог». Правда, режиссеру Борису Григорьеву порой приходилось маскировать признаки эпохи, прятать за кораблями телевышку и новостройки Эгершельда. С техникой и с кадрами помогало командование Тихоокеанского флота. Отряды японских милитаристов набирали из числа солдат, уроженцев Средней Азии. Ведь в закрытом портовом городе ни японцев, ни китайцев быть не могло. В качестве казаков-семеновцев выступили жители окрестных сел на колхозных лошадях. Озадачиться ездовой подготовкой пришлось заранее. Но вести свою кавалерию на Дальний Восток вышло бы дороже. С другими массовыми сценами проблем вовсе не было. Местное население охотно откликалось на объявления по радио. В финальной сцене снималось около 2000 человек. На протяжении нескольких недель им приходилось надевать студийные сюртуки и турнюры и создавать давку на пристани. В фильме сцена бегства из Владивостока занимает минуты. И кажется, именно здесь, во Владивостоке, будущий Штирлиц узнает цену мгновениям. «Знай свой край». Проект реализуется при поддержке губернатора Приморского края.